Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стрибкова рассказала об информационной атаке на свой аппарат. На почту и телефон уполномоченного стали поступать сотни сообщений с оскорблениями, угрозами, лозунгами и жестокими видео. Причем вся информация приходила с европейских телефонов из Польши, Украины и Дании. Наталья Стрибкова призвала югорчан не поддаваться паническим настроениям и не распространять фейки дальше по сети. Сейчас уполномоченный занимается информированием жителей и правозащитной работой. Мы работаем в течение круглосуточном режиме и готовы помочь человеку разобраться в той или иной сложившейся у него проблемной ситуации. Но сегодня я еще раз прошу югорчан не поддаваться панике, эмоциям, ситуация под контролем.